Комфорт, стиль и выгода. Торговый центр «Подкова» собрал в одном месте все необходимое для ремонта и внутренней отделки здания. Ведущие бренды мебельных салонов представлены сразу на трех этажах в зеленом павильоне мебельного центра «Подкова». Здесь представлены как всероссийские известные бренды, так и небольшие производители мебели. Есть мебель для любого помещения. Также есть элитные и универсальные варианты. Представлены разнообразные аксессуары. В нашем центре есть такие известные бренды, как «Лазурит», «Дядьково», «Диван.ру», «Мебель братьев Баженовых», «Шатура», «Арти», «Седьмая карета», ну и, естественно, многие другие. Центр «Подкова» уже 9 лет – один из самых крупных торговых комплексов по продаже мебели. На территории 8 тысяч квадратов можно найти качественные предложения, подходящие именно вам. В одной из секций располагается «Русмебель» – специалисты по корпусной и мягкой мебели. Те, кого знают и узнают. Сюда приходят за самым мягким диваном или матрасом, многофункциональным стеллажами и другими предметами интерьера. Найти ту самую модель интерьера здесь легко. Салон-магазин «Русмебель» находится на первом этаже. Большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Подобрать можно на любой вкус и цвет. Например, мне понравился вот этот диван с тройной раскладкой. Мягко, удобно и много места. Поднимаемся на второй этаж, и ноги сами ведут в «Антей». Мебельный салон, который всегда готов подстроиться под ваши желания. Коллекция компании постоянно обновляется. Выставочные образцы дополняются современными решениями, которые подбирают дизайнеры «Антея». Сочетать новое и любимое можете и вы. В любую уже готовую модель здесь добавят те элементы, которые будут идеально сочетаться с вашим интерьером. Наша компания на рынке уже более 12 лет. У нас свое мебельное производство. Предлагаем корпусную мебель высокого качества по индивидуальным заказам. Если вам нужна кухня, гостиная, спальня, детская, прихожая, кабинет по своим размером и не так, как у всех, то добро пожаловать к нам. Компания может похвастаться огромным выбором материалов и фурнитуры, а также профессиональным подходом к разработке каждого проекта. При этом мебель производства «Антей» никогда не проседает в практичности. Шкаф-гармошка. Интересная система складных дверей, когда при открывании мы можем увидеть полностью наполнение всего шкафа. Ну, как модница со всех сторон рассмотреть во всей красе. Посетители «Подковы» настоятельно рекомендуют моду «Стайл». Компания специализируется на создании корпусной мебели под заказ. Консультанты на месте прорабатывают проекты, не боясь даже самых дерзких и необычных решений. Обустроить интерьер вашей спальни так, чтобы визуально расширить пространство и создать уют – это входит в топ-1 задач салона. Специалисты моду «Стайл» вместе с дизайнерами изготовят интерьерный шкаф-купе или кухонный гарнитур под заказ по вашим запросам. Изюминка компании вот такие эксклюзивные работы, которые буквально переносят вас в другую реальность. На третьем этаже зеленого корпуса ТЦ «Подкова» расположилась мебельная компания «Домино». В салоне представлены выставочные образцы, выполненные в современном стиле. Здесь проектируют работы любой сложности. Сам подход фирмы «Домино» можно назвать особенным. Комплексная работа специалистов начинается с консультации, где вам могут заранее произвести расчет, после чего начинается создание 3D-модели проекта. Сегодня направление корпуса мебели по индивидуальным размерам клиента идет в ногу с современными технологиями. Мы создаем точную копию мебели в виртуальном пространстве клиента. У клиента появляется возможность увидеть сочетание цветов и понять, как работают выбранные механизмы. Такую модель специалисты точь-в-точь переносят из виртуальной реальности в нашу жизнь. Для того, чтобы прикоснуться к образцам материалов и увидеть работу механизмов вживую, достаточно посетить студию мебели «Домино» на третьем этаже зеленого корпуса. Торговый центр «Подкова» работает без выходных с 9:00 до 19:00. Выгодные покупки для вашего дома ждут на Куйбышева, 28И. Добраться можно как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. Парковка у центра бесплатная.